Министр спорта России Олег Матыцин прилетел в Приморье, чтобы встретиться с национальными сборными. Здесь они готовятся к Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. В данный момент в крае тренируются несколько российских команд. Среди них сборные по гребле на байдарках, каноэ, боксу, дзюдо, бадминтону и плаванию. Встреча состоялась в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Спасибо еще раз огромное за ваш труд. Будем все за вас болеть, переживать. Сегодня встретились со спортсменами, с тренерами. Видим, никакого морального подавленного настроения нет. Настроение рабочее. Все понимают, что 5 лет фактически подготовки – это очень сложный период. И они уже многого доказали, уже, я абсолютно уверен, совершили подвиг, попав в сборную команду, преодолев это. И максимально реализуют весь потенциал. Приморье не раз было стартовой площадкой для подготовки спортсменов перед международными соревнованиями. В планах и дальше развивать потенциал Владивостока как тренировочной базы. Я думаю, что найдем взаимоприемлемые формы для того, чтобы в течение там, ближайших лет эти вопросы решить, сделать так, чтобы вся база подготовки по климатическим и иным условиям для проведения международных соревнований в Азиатско-Тихоокеанском регионе она была в Владивостоке. В ближайшие дни министр спорта России также посетит олимпийцев, тренирующихся в Хабаровске и Южно-Сахалинске. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, новости на Восьмом.